проходят Дни корейской культуры в Казанском федеральном. На мастер-классе корейские артисты учат студентов правильно дышать, чтобы народный танец получился максимально мягким и гармоничным. Открыть центр исследований по корееведению прибыли атташе корейского посольства. Теперь здесь можно будет пополнить знания о политике, экономике и социальной сфере Республики Корея. Помимо занятий по корейскому языку, литературе, в КФУ для студентов предоставляется возможность пройти курсы по философии, истории и культуре Кореи. Стоит отметить, что на сегодняшний день подписано не одно соглашение о сотрудничестве КФУ с корейскими университетами. Корейский фонд дает возможность студентам ездить по обмену в корейские университеты. Это укрепляет отношения Татарстана с Республикой Корея. Дни корейской культуры в КФУ продолжаются. Впереди фестиваль корейского кино и торжественный концерт народных песен и танцев. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.